Для реализации антипиратского закона предусмотрены электронные формы. На сайте Мосгорсуда для подачи заявления о предварительном обеспечении защиты авторских и смежных прав необходима квалифицированная электронно-цифровая подпись. На сайте Роскомнадзора обозначена рекомендуемая схема защиты прав в интернете. Сначала предлагается обратиться к владельцу сайта с заявлением о нарушении авторских или смежных прав. Если с ним договориться не получилось, то перейти в электронную форму Мосгорсуда и далее обратиться с электронным заявлением в Роскомнадзор. Для этого есть вкладка «Правообладателям». Учтите, что для подачи заявления в Роскомнадзор надо авторизоваться на портале Госуслуги. Заполняя анкету онлайн, нужно выбрать наименование судебного акта и указать сведения о ресурсе, нарушающем исключительные права.